Наступившее потепление не только обрадовало жителей региона, но и принесло ряд проблем. Во многих муниципалитетах на улицах начинается подтопление. В первую очередь это касается частного сектора. Тверь не исключение. Сейчас районные администрации заключили контракты на прочистку ливневой канализации и дренажных канав, проверку запорной арматуры, системах водоотведения, а также необходимого оборудования. В частности, подготовлены 4 насосные станции большой мощности для перекачки воды из мест подтопления. Муниципальные служащие совместно с другими структурами проводят профилактические мероприятия и обследуют территории, где есть угроза подтопления. Силами МУБЖЭК в круглосуточном режиме проводятся мероприятия по предотвращению потопления городских улиц и прилегающих территорий. Для этого используются около 12 единиц специализированной техники. Причиной потопления территорий жилых домов являлось промерзание водопропускных труб. Для этого были проведены работы по гидродинамической прочистке труб. И в случае выявления потопления территории просьба обращаться в диспетчерскую службу МУБЖЭК.